юбке, едва прикрывающей пятую точку, Марина Орлова гуляет по Голливуду. И ни на секунду не забывает, что она звезда. Я все-таки снялась в 35 фильмах. Свои 27 лет Орлова действительно сыграла в 35 фильмах. Так не должно быть! Никогда не должно так быть! Теперь актриса снимается в Голливуде. Ее жизни позавидуют многие народные артистки. Она переезжает в дом актрисы Джессики Альбы, а ее соседями будут Шэрон Стоун, Бритни Спирс и Том Круз. О, Господи, моим соседом будет сам Том Круз. Буду заходить за солью к соседу. Орлова наматывает круги по кварталу Беверли-Хиллз. Именно здесь расположен дом голливудской звезды Джессики Альбы. Особняк уже полгода выставлен на продажу и стоит 60 миллионов рублей. Неудивительно, что клиенты не стоят в очереди за дорогой покупкой. Ну, вот он, потрясающий домик. 282 квадратных метра. Балийский стиль. Вся мебель только из природных материалов. На двух этажах три спальни, три ванные комнаты, две гостиные, кухня и видовая терраса. Орлову даже не смущает цена. Знаю, говорю, сколько стоит. Он говорит, 2 миллиона долларов. Я говорю, беру. Новость о заштатной российской актрисе, которая купила дом голливудской звезды, тут же попала на первые страницы таблоидов. Но ни у кого не возник вопрос, откуда у Марины Орловой такие деньги и кто ее таинственный спонсор. Вот только не надо превращать мою жизнь в сказку о Золушке. Золушка, на мой взгляд, просто хитрюга-карьеристка, которая удачно подцепила принца. Вот принц Марины Орловой. И, как утверждает актриса, он совсем не богат. Простой русский парень из Ростова. Может быть, дом Джессики Альбы ей подарят родители? Но, судя по информации в интернете, среди родственников Марины Орловой олигархов нет. Мои родители живут в Пятигорске и никуда оттуда уезжать не хотят. Марина повторяет как мантру. Всего в жизни она добилась сама. 15 лет сбежала из Пятигорска в Москву, а в 22 года купила квартиру. Неужели на гонорары Снегурочки? Работала Снегурочкой и пела на праздниках. А фотосессии для мужского журнала Марина Орлова вспоминает не сразу. Из меня уже сделали просто какой-то секс-символ. Ну и ладно, должен же кто-то сменить старушку Семенович. Свободная звездочка будет моей. Моя хорошая. Актриса уже нашла себе место на аллее славы. Осталось, чтобы ее заметил какой-нибудь режиссер. Ведь русская красавица есть что показать Голливуду.